Добрый вечер, дорогие подписчики канала Питер Татар. Сегодня у нас в гостях лидер казанской рок-группы Гауга Оскар Юнусов. Здравствуйте, сам. Сегодня Оскар и его группа провели шикарный, просто бомбический концерт. Публика. Здорово. Мы, наверное, ошибку сделали, что столы поставили, да? Потому что в других городах мы обычно оставляем танцпол перед сценой, чтобы люди могли танцевать. И вот в конце люди начали к сцене чуть-чуть подтягиваться. Ну и, соответственно, когда люди танцуют, нам тоже веселее, и, как бы, и слушатели тоже веселее, и все это вот так параллельно работает и достает. Но на самом деле вот я еще в Москве пару дней назад сорвал голос. Даже не сорвал, просто он сел, и я не знал, не был уверен, смогу ли сегодня спеть. Но мне так повезло, что я познакомился здесь, в Питере, с одним преподавателем. Он поработал со мной 2 дня, мы чуть-чуть разогрели наши связки. И вот я сегодня все-таки спел. Спел не так, как хотел бы, но какие-то моменты даже сделал, которые бы не сделал, наверное, при здоровом голосе. Так что было отлично, я думаю, никто не заметил этого. Нам все понравилось. Да. И хочу сказать большое спасибо Линаре, Юле, Альбине и Софии, потому что вот эти 4 человека, в принципе, собрали всех людей, которые сегодня вот пришли на концерт. Поскольку мы никакой рекламы сами не делали, мы хотели просто приехать в Питер, думали, кто придет на концерт, тот придет, для тех и сыграем. То есть мы никак не напрягались, ничего не делали, а вот эти 4 человека, спасибо вам большое, сделали полный зал для нас сегодня, и нам было, конечно же, комфортно играть. Очень приятно. Всей души благодарим вас. Приглашаем вас еще. Приезжайте. Спасибо большое. Обязательно. Спасибо.